Вот он, подвесной мост в районе пляжа Подсолнух у Жуковки. В кои-то веки он нормально натянут и не подходит подо льдом. Многие годы тут скандалы шли. Каждую зиму он провисал, потому что его должно быть не поддерживали в порядке. Лед мерзал в полотнище, и водоход по весне сносил это деревянное полотнище, а люди потом, как цирковые обезьяны, в основном старики, пенсионеры, живущие на том берегу, в деревне Вышкачи, должны были ходить по канатам. До мая, до июня месяца, пока возмущенные жители не обращались к блогерам, а те не поднимали эту в областной прессе приемного губернатора, приемного президента. Наконец-то люди добились, что теперь мост не провисает. Справа находится пляж Подсолнух Жуковский. Он так зовется, что когда-то в 50-е годы здесь мужичок жил с рысиной, как Подсолнух, кличка была Подсолнух, ловил рыбу. И повелось, где на Подсолнухе, на Подсолнухе. И теперь это неофициальное название этого пляжа Подсолнух. Сзади остался сосновый лес, город Жуковка. Мы идем вверх по течению. Там будет красивое место впадения реки Ведьма в Десну, залив, за которым остров находится. А дальше будут золотые кольца Десны. Видимо, уже не доедем, выше деревни Вышкович. Когда-то давно там дорога проходила, и какая-то императрица ехала, уронила в Десну кольцо, и поэтому так называется. До сих пор местные сторожили лишь это кольцо, никто не нашел. Хорошо, что мост добились, в хорошем состоянии находится. Поедем дальше, пока совсем не стемнело. Увидим настил, в этом году весь цел. Правда, там где подъем скользко будет, но так в хорошем состоянии, может, удовлетворительно скажу. Можно перейти без опасения для жизни. Даже мотоциклисты умудряются мопед на мотоцикле пересекать. Но это уже экстрим.